Это вкуснейший яблочный пирог. Вы только посмотрите, какой он мягкий, рыхлый, влажный внутри. Просто объедение. Готовится он просто. Для него берем сливочное масло или маргарин 100 грамм, растопили, добавляем стакан сахара, перемешиваем все хорошенько. Затем будем добавлять одно куриное яйцо. Дальше перемешиваем наши продукты для пирога. Яйцо перемешали. Добавляем 2 стакана кефира. Дальше все перемешиваем хорошенько. Пробиваем венчиком. Затем берем муку. Муку добавляем ванилин и 1 чайную ложку с небольшой горкой соды. Перемешиваем и просеем в тесто частями. И замешиваем дальше наше тесто для пирога. Хорошенько все вымешиваем венчиком. Муку добавляем частями, так как наше тесто тяжелое, поэтому его надо хорошо вымешать. Оно должно получиться вот такое вот густое, как очень густая сметана. Затем берем форму для выпечки, смазываем ее растительным маслом и выкладываем в форму наше тесто. Тесто мы выложили в форму, распределяем его вот так вот. Затем немножко потрясем, чтобы оно выровнялось. Берем яблоки и нарезаем. Можно ягоды, можно яблоки. У нас будет пирог с яблоками. Тоненько нарезаем и выкладываем сверху. Отправляем в духовку. Выпекаем до готовности нашего пирога. Проверяем шпажкой. И получаем вот такой вот вкуснейший пирог. Сейчас разрежу и покажу, какой он внутри. Вы только посмотрите, какая это вкуснятина. Какой он мягкий, влажный, еще теплый внутри. Просто объедение.